Озвучено специально для Green Tea TV. Для многих людей тосты выглядят именно так. Но здесь, в Южной Корее, слово «тост» имеет совершенно другое значение. В кафе по всей Южной Корее тоже продают тосты. Вот, я вырос в Техасе, и я ел техасские тосты. Он просто огромный. Он начинен карамелью и покрыт взбитыми сливками. Посмотрите на него. Вы только посмотрите. Это невероятно вкусно. Еще чаще встречаются тосты, о которых поговорим прямо сейчас. Это тосты, сэндвичи. Вы можете найти их в сетевых ресторанчиках и переходах. Стоят они очень дешево. Вы можете отдать за них от 1000 вон, а сэндвич с большим куском говядины обойдется вам в 4-5 тысяч вон. Они великолепны. Знаете, когда я впервые приехал в Корею, рядом с моим отелем был маленький уличный магазинчик, и я каждое утро покупал там сэндвичи. Я хочу узнать у вас, какой сэндвич вы больше всего любите есть на завтрак? Оставляйте ваши комментарии ниже. Привет из Южной Кореи! Спасибо, что смотрите нас. Увидимся в следующий раз. Озвучено специально для Green Tea TV.